Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам приготовить вот такие постные, вкусные морковные печенья. Кому интересно, оставайтесь с нами. Подробный рецепт постных печений будет под описанием. Вначале нам нужно будет натереть 4 крупные морковки на мелкой терке. Добавляю туда немножко соли. Здесь у меня 8 столовых ложек сахара и 2 столовые ложки ванильного сахара. Вот так все хорошо перемешала. Добавляю туда чуть больше половины стакана растительного масла. Также все хорошо перемешиваю. Теперь туда надо добавить 2 стакана муки. Я немножечко добавляю муки. Добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя. Немножечко перемешаю. Досыпаю муку. И последний стакан. Ну и все хорошо перемешиваю. У меня получилась очень жидкая масса, поэтому я добавляю сюда еще немножко муки. Количество муки зависит от сочности морковки и от влажности муки. Если мука влажная, то, конечно, тоже больше надо будет. Ну и все. У меня тесто готово. И теперь вот таким образом, 2 ложечками, я выкладываю печенюшки на пергаментный лист. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов и выпекать буду 20-25 минут. Для украшения я немножко вот тут орешки уже обжарила. Вот такие у нас получились пышненькие печеньки. И сейчас я буду делать для них глазурь. Для глазури мне понадобится 4 ложки какао и 4 столовые ложки сахара. Также я добавляю сюда 6 столовых ложек воды. Четыре столовые ложки растительного масла. 4. И все это перемешиваю и отправляю на медленный огонь. Смотрите, поставила я на огонь. При интенсивном помешивании я буду варить ее до готовности, пока не появятся здесь такие бульбочки. Не прекращая помешивать, я всегда стою возле кастрюльки и помешиваю. Видите, какая она получается? За счет подсолнечного масла она вот такая получается глянцевая и красивая. Вот, смотрите, ребята, она только-только начала пузыриться. Все, я ее выключаю. Она уже сготовилась, видите? Она густая вот такая. Все, я ее выключаю, иначе она испортится. Вот, смотрите, какая глазурь у меня гладкая, красивая получилась. И сейчас покажу, какие внутри они. Вот, смотрите, какие вкусные, мягкие, желтенькие, хорошие печеньки, очень ароматные, морковка и ванилин, они очень хороший вкус дают, такой приятный такой. И сейчас я просто делаю вокруг вот так вот, круг такой. И вот у меня орехи. И вот так вокруг делаю. Вот смотрите, какие печеньки хорошие получаются. Вот такие вкусные, хорошие печеньки. Рецепт обязательно будет под видео. Здесь я делала на 2 порции. В описании будет на 1 порцию. С 1 порции получается 10 штук. Ну, зависит, конечно, от размера, какой размер вы будете делать печенек. Можно их сделать немножко плоскими, не такими шариками, как я делала.
Они тоже хорошо получаются. И вот так вот все обмакиваю. Видите, какие они хорошие получаются. Красивые? Смотрите, какие постные, вкусные печеньки у нас сегодня получились. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь этим видео с друзьями.